Ребят, поорали и хватит. Нам надо вот эту песенку ставить. Хах. Сетик. Авиаторс. Немножко поорали, и все так немножко, чтобы чисто... Чтобы, типа, насладиться. Все как полагается. Гачиков, гачиков по чуть-чуть. Ой, Авиаторс. Какая красивая композиция. Сагот. Так-то мусор. Так-то мусор. Ох, лол, я хохол. О, нифига, слушай, стой. А давай я сделаю так. Дружище. И сделаю вот так. Как ты на это смотришь? Минус 6 хп, минус 3 хп, минус 9 хп. Минус кабинет. Можно песенку Survival of the Tiger? Да, конечно, easy. Так, Survival Eye of the Tiger, easy. А, я забыл с другого акта, забыл зарегать почту и писать не могу. Ха! Ну все, там по идее пару минут. Вау! Look at my horse. Ладно, понятно, чувак хотел со стилем все это сделать. А, подожди! Подожди, похищение жизни? Ребят, я просто не видел. Как я молчать? Вау, я реально могу это проиграть. Какая жесть. Так, здесь... Ай, ладно. Это мало того, что это гага. Мало того, что это гага, я теперь могу проиграть. Это вау. Ладно. Давайте вот так вот, поехали. Я реально могу проиграть. А что за чудо 7-7? Это или маховой, или менталь. Не коллекционный, короче. Вау. Просто сейчас второй МК, и это до свидания. То есть второй МК, это до свидания. Не, ну, походу... Второй МК, это до свидания. То есть я как бы... Я просто не посмотрел. Это не гага, это Байконур. Байконур? Изложение рук. Меня интересует, что? Ты вчера делал? Мама. Димонти поддержал нас о точку и сообщает, бро, ты не прав. Смотрю тебя еще до того, как ты выступал на Игромире пару лет назад. Я не прав. И не поспамить, а поддержать любимого стримера ПХС. Дари людям больше позитива, да. У тебя офигенный чатик. Подожди. И классная атмосфера. А что я брофист сделал не тебе. Так-то? Подожди, а где я не прав-то? Смотрю тебя еще до того, как ты выступал на Игромире пару лет назад и поспамить. И не поспамить, а поддержать любимого стримера по ХС. А, да в смысле? Это же не я, это бот. Ты не переживай. Ты...
все в порядке. Типа связался, сказал, что подписался поспамить. А, в этом смысле. Да ладно. Поспамить это тоже неплохо. Так, громилу стручок, Аргус. Короче, смотрите, на самом деле я могу проиграть. Да, во-первых, это Гага. Это Гага, ребят. Во-вторых, я могу проиграть. Во-первых, это Гага, я могу проиграть. 1-1 это бесперспективняк. Ты собираешься пропнуть, это здесь будет только 4 юнита. Это фигня полная. О, ты не собираешься прокать его. Это... это чушь. Хотя... нет, это не чушь. Это чушь. У тебя нету МК, да? И ты это точно... ты это прямо утверждаешь. Что у тебя нет МК, да? Так, в лицо или контроль? Нет, он утверждает, что у него нет МК. Если у него есть МК, то я проиграл. Нет, подожди, но только с энтап-деки. Хорошо, давай законтролить все подряд не будем. Будем выходить на дамаг. Это вот так. Если там сейчас дислокатор будет, это жопа, конечно. Ну, значит, у меня остался... ищет карты, которые могут помочь ему против меня. Это он меня может забрать Аргуса, на самом деле. Шипастый хряк. 11 урон тут нету, пока. Все еще нету. Фак. Это было такое обострение. Просто весеннее обострение. Так, предлагаю каждый гаг штрафных гачей. Если штрафных гачей, это награда, а не штраф. Ладно, надо...